На сегодняшний день долги населения за услуги водоснабжения и водоотведения составляют более 103 миллионов рублей. То есть это более трехмесячная задолженность населения. В основном это те нерадивые неплательщики, которые, скажем так, напрямую игнорируют проплату за оказанные услуги. Мы постоянно ведем работу по выявлению неплательщиков и, естественно, путем уведомлений, либо в судебном порядке взыскиваем образовавшуюся задолженность. Сейчас работа идет в целом совместно с управляющими компаниями совместно. Это прохождение по квартирам с разъяснениями, что необходимо произвести оплату за услуги. Но есть та категория людей, которые ни на какие уговоры, ни на что не идут. Поэтому мы вынуждены применить уже более жесткие требования выставить и будем производить отключение канализации, то есть водоотведение в отдельно взятой квартиры. Это производится установкой КИТ. Проводится работа таким образом: через чердак либо через крышу проводится телеинспекция канализационного стояка, определяется необходимая точка, то есть квартира, с которой уходят, скажем так, сточные воды. И отдельно взятая квартира, устанавливается заглушка, то есть с унитаза не будет уходить. Не только с унитаза, вообще с квартиры сточная вода не будет уходить.